Нина Быкова – коренная жительница Ленинского района. По специальности театральный режиссер-постановщик. Несмотря на врожденный дефект позвоночника, всю трудовую жизнь режиссировал праздничные мероприятия домов культуры. Однако болезнь оказалась коварной. С возрастом позвоночник практически развалился. У меня грыжи на всем позвоночнике, в грудном отделе у меня там, где был дефект, теперь большой угол сколиоза. Понятное дело, когда по дому то передвигаешься с трудом, каждый выход за ворота – подвиг. На процедуры, что называется, не находишься. Поэтому сотрудники центра «Вера» навещают Нину Аркадьевну. Ведь именно для этого центр и создавался. Поддержка пожилых, одиноких людей, людей, оставшихся, точнее даже, можно сказать, частично сохранившие или не сохранившие вообще способность к самообслуживанию. Помогать тут уже даже, знаете, как и психологическая поддержка. Сотрудники центра не просто соцработники. Они имеют медицинское образование и оказывают врачебную помощь на дому. При диагнозе Нины Аркадьевны медикаментозное лечение неэффективно. Оно лишь частично снимает болевую симптоматику и имеет серьезные побочные эффекты. Поэтому терапия осуществляется другими методами. Импульсные магнитные токи бегущие, которые это влияют на организм человека, терапевтическое воздействие на отдельные участки тела. Поначалу больная в эффективность подобной методики не верила, но, как выяснилось впоследствии, напрасно. На сегодняшний день после вот 10 процедур, вот лекарство Трамал, это знают люди, у которых сильные боли по спецрецепту, я не принимаю. Я могу наступать на ногу. Помимо физиотерапии, такое общение приносит и чисто психологическую пользу для пациента. А ее ни градусником, ни тонометром не измеришь. Оно в глазах и улыбке человека, который знает, он не один. Илья Кремнев, Владимир Андрианов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».